Там, где есть профсоюз, нет серых схем оплаты, есть обязательства по безопасности труда и социальные гарантии. Чтобы профсоюзы были созданы при каждом предприятии, участники совещания предлагают брать за основу опыт Москвы. Приходит руководитель предприятия с любым вопросом, вот по любому направлению работы, спрашиваете, есть коллективный договор, есть профсоюзная организация, нет, до свидания. И таким образом в Москве создана крепчайшая профсоюзная федерация. Федерация профсоюзов области контролирует уровень безработицы в регионе и не допускает необоснованных сокращений. Городская администрация также работает в этом направлении. В этом году с федерального бюджета на переподготовку специалистов направили значительные средства. Мы только по линии муниципальных предприятий привлекли более 100 миллионов рублей федерального бюджета для того, чтобы людей не сокращать, а их дообучить, дать им новую квалификацию и с учетом модернизации производств обеспечить их занятость. Еще одна важная тема – серые зарплаты. Более 400 тысяч жителей области получают свой заработок в обход бухгалтерии, а их руководители не платят налоги. Городская администрация совместно с Союзом работодателей и Федерацией профсоюзов намерена изменить ситуацию. Работнику должно быть выгодно получать официальную зарплату. Вопрос о деятельности профсоюзов и эффективности их представительских и защитных функций в организациях Самары рассмотрят на очередном заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События».